Сегодня у нас с вами на повестке дня обзор, я бы сказал, гениального изобретения, которое подойдет как для охоты, так и для рыбалки. Да и для туризма эта вещь будет самое то. А почему я говорю гениального? Потому что за 3 года использования этой вещи я вот ни разу не задумывался о том, чтобы ее заменить на какую-то другую, найти какой-то аналог. То есть это говорит о том, что эта вещь полностью отвечает всем своим задачам и своим функциям выполняет на 100%. Вообще хочу сказать, что вот свои обзоры я стараюсь всегда делать только, во-первых, на те вещи, которыми пользуюсь сам лично, и, во-вторых, на те, которые проверены временем в реальных условиях. Считаю, что вот обзоры на вновь приобретенную, только что купленную вещь, особенно что касается всякого снаряжения, экипировки, будут не всегда в состоянии вот показать ее надежность, практичность и рассказать зрителю о том, как выглядит эта вещь после там нескольких лет использования в реальных условиях. Итак, друзья, перед вами финский рюкзак-стул, которым, как я уже говорил ранее, пользуюсь более 3 лет. Он бросается у меня в лодку. Весной, осенью используется в скратках, там, на утку, на тетерева. Зимой на загонных охотах. То есть пользуюсь им постоянно. Как говорится, он прошел со мной огонь и воду. Я бы вот никогда не решился снять обзор на какую-то вещь, в которую сам бы лично не был уверен. Вообще у меня создалось такое ощущение, что вот разработчики данного рюкзака, они в свое время, так же как и я, намучились вот со всякими раскладными стульчиками, какими-то громоздкими рюкзаками, баулами, выполненными из некачественных материалов, некачественного исполнения, и создали вот эту вещь прежде всего для себя, а уже потом для широкого потребителя. Ну, надо отметить, что финны вообще делают все для людей. То есть нашему отечественному производителю есть на что обратить внимание, есть чему поучиться. Ну и теперь давайте рассмотрим его детальнее. Материалы в этом рюкзаке, как я понял, не просто качественные, а практически неубиваемые. Потому что вот за все эти годы пользования рюкзаком я нигде так и не нашел никаких каких-то разрывов швов, зацепов, каких-то дырок на ткани. Ну, явно говорит о том, что качество налицо. Ну, внешний вид тоже играет свою определенную роль. Вот расцветка такая, она не заметная, да, особо. Сам по себе материал, он не маркий и в то же время хорошо очищается. Ну, вообще, ребята, вот выглядит он достойно, прямо-таки скажем. Вот коллеги-охотники частенько у меня на него засматриваются.
при своих таких, ну, скажем так, не то чтобы компактных размеров, но он небольшой. Рюкзак, тем не менее, довольно вместительный. 40 литров у него объем. Ну вот, давайте начнем. Вот этот внешний карман. Вот у меня здесь коробочка. Ну, если на рыбалку еду, коробочка со всякими тут резинками, снастями рыболовными. Кстати, бинокль. Забыл, а я ищу. Газетка, ну, для розжига, наверное. Рация. Ну, рацию я вообще обычно беру на охоту. Для того, чтобы вот быстро извлечь вот из этого отделения, вообще стараюсь хранить все то, что можно оперативно и быстро достать. Вот здесь вот в этих трех вот этих кармашках. Вот, кстати, фонарик. Ну, тут какие-то у меня рыболовные. Ножичек, там пассатижики для рыбалки, пинцетик. Все здесь. То есть такое вот отделение, из которого можно что-то быстро и удобно извлечь. Центральное отделение вот рюкзака, оно тоже очень вместительное. Тут аж 5 таких вот кармашков. 3 небольших и 2 таких глубоких. О, а это... Так это у меня пауэрбанк тоже искал его. Ну вот со мной тут ездит для оперативной зарядки, там, скажем, экшн-камеры. Баллончик от комаров. В общем, сюда у меня влезает 2 комплекта охотничьей одежды, 2 комплекта костюмов. Зимой там зимний свитер, большой такой, толстый. Всякие там мыльно-рыльные принадлежности. Сверху еще полотенчика всякое ложится. А осенью, весной здесь же и плащ-палатка у меня влезает. На охоту, на рыбалку сюда кладу вот такие вещи, которые могут пригодиться прямо, да, необходимые. Там, да, вот плащ-палатку, еда, салфетки какие-то, носки сменные. Все, что нам, охотникам, необходимо. Очень вместительно. Кстати, здесь же, в этих кармашках, можно размещать какую-то технику, которая требуется защитить от влаги. Мобильный телефон, фотоаппарат, там камеру, рацию ту же самую. То есть, если идет дождь, снег, то вот сюда можно складывать, тут все под защитой находится. Все-таки во внешнем отделении лучше не носить, через какое-то время может это дело промокнуть. Кстати, на вот этом вот клапанном кармане есть еще такой вот кармашек здесь, внешний, наружный. Ну, сюда тоже какую-то мелочевку можно сложить. Обратите внимание на то, как вот закрываются молнии. То есть вот застегнул и вот здесь вот молнию закрыл, прикрыл. То есть вот продумано для защиты от попадания через молнию там какой-то влаги. Рюкзак оснащен 2 боковыми отделениями. Вот это вот так называемая термосистема, предназначена для ношения, ну, термоса, да, я вот свой всегда тут ношу, сохраняет тепло. Ну а если холодную жидкость сюда положите, в воду, например, будет сохранять холод. Кстати говоря, вот мой термос, он сюда просто идеально подходит, как будто вот прям под него и создавалось все это дело. Раз и завязал. Вот это еще одно боковое отделение. Но я обычно здесь ножи ношу, бутылочку с водой. Тоже незаменимая штука, что в походах, что на охоте. Здесь вот, не знаю, я сюда ничего обычно не складываю, может выпасть. Помимо всего прочего, здесь еще и продумано такой отсек для ношения топора. Вот эта часть, она вообще проходит насквозь, то есть она здесь полая внутри. Для того, чтобы топор закрепить, тут есть такая лямка, то есть мы с вами берем топор, продеваем вот так вот насквозь. И вот этой лямкой, собственно, затягиваем его. Ну, это вообще, я считаю, ребят, очень грамотное решение. Материалы рюкзака, они влагозащищенные. Но надо понимать, что, конечно, если это какой-то небольшой дождичек, то он выдержит. Но если проливной ливень, конечно, промокнет. Однако вот с нижней части... Вот, ребят, насколько, за что я люблю этот рюкзак. Он прорезинен. Я его ставлю, вот как я говорил, зимой на загонах, на снег, на рыбалке. Я его ставлю
ну вот раскладываю стульчик, ставлю прямо, можно сказать, в торф, вот в эту жижу с водой. И ничего у меня никогда ни разу не промокало. Но вот тут, правда, видно, да, уже вот на углах со временем потерлось. Но это все, в принципе, легко ремонтируется водостойким клеем, либо, опять же, заплатки из ПВХ сюда наклеить без проблем. Даже при этом ничего у меня не просачивается, никакая вода через него. Ну и, собственно, самое главное, друзья, это и есть этот интегрированный стульчик. Пришел на рыбалку или там на охоту, расстегнул, разложил, сел. Уходишь, сложил, вот здесь вот эти вот липучки застегнул и пошел. Вот, кстати, липучки вот эти более 3 лет, а хоть бы что, липнут до сих пор. В разложенном состоянии вот эта спинка-каркас представляет собой стул, который, вот я, ребят, сам человек нелегкий, во мне 92 килограмма веса, меня выдерживает прекрасно. Ничего нигде не прогибается. Ничего тут не ломается, нигде не рвется. Единственное, вот эти вот соединения, они через какое-то время, вот где он складывается, штифты эти начинают поскрипывать. Но баллистольчиком пропшикали, и нет проблем, ничего даже ржаветь не будет. Высота стула 45 сантиметров, вполне комфортно для колен здесь на нем сидеть. Отдельное внимание, друзья, хотел бы вот уделить как раз непосредственно сидению на данном стуле. Особенно, что касается зимних загонной охоты. Ты стоишь, когда на номере, это бывает особенно на длинных загонах, час, два, а то и более, но просто физически невозможно не сделать какого-то движения. Ты же не часовой у вечного огня. С ноги на ногу там где-то переминаешься, где-то хрустнул снег. У копытных превосходный слух. Снег хрустнул, зверь услышал, на твой номер не вышел. А вот когда ты сидишь, во-первых, твой силуэт, он как бы лучше сливается с задним фоном, то есть ты менее заметен. Ну а во-вторых, основная группа мышц, вот ног, поясницы, она находится в расслабленном состоянии, совершаешь меньше вот этих лишних телодвижений. Ну и, соответственно, увеличиваешь свои шансы по выходу зверя на твой номер. А лямки вот эти вот, ребят, все удобно регулируются. Вот если надо, приспустил их, если надо, подтянул, все под ваши плечи, под вашу комплекцию. Поясничная поддержка также вот здесь вот застегнул, затянул, как требуется, и спрятал. Можно вот эти вот лишки спрятать, вот тут такие резиночки есть. Сбоку, вот здесь, такие вот отделенницы есть под патроны. Но я здесь патроны никогда не ношу, во-первых, вот здесь, я не знаю, вот какой, но 12 калибр сюда не влезает. Патроны я обычно складываю вот в центральную часть рюкзака, в эти глубокие карманы такие. Во-первых, ну, чтобы не таскать на себе вот эту портупею, сложил туда, они защищены от дождя, от влаги. Если надо, расстегнул рюкзак, достал там, зарядился. Здесь сбоку тоже вот такой кармашек есть на молнии. Ну, не знаю, может быть, для телефона сюда. И вот здесь вот на лямке тоже маленький кармашек сюда. Может быть, также мобильный телефон или какой-то навигатор. Но вот вообще я им, честно говоря, не пользуюсь. А теперь, что касается веса этого рюкзака, что немаловажно. Вот тут есть некоторые нюансы. Пустой он весит 3 килограмма. Ну, так скажем, это нелегко. Для каких-то длительных пеших походов он не совсем предназначен, особенно если вы его нагрузите всяким туристическим скарбом, но это вам будет просто тяжело с ним ходить. Но еще раз повторюсь, для рыбалки, для охоты это самое то, очень вам его рекомендую. Приобретал я его 3 года назад на оружейной охотничьей выставке. Но вот сейчас перед съемкой этого обзора я специально в интернете посмотрел, он есть в интернет-магазинах, вы его можете найти, приобрести, нет вопросов. Всем коллегам-охотникам хочу пожелать ни пуха, ни пера. Удачного нам с вами открытия сезона, друзья. Рыбакам ни хвоста, ни чешуи. Ну и всем пока, до новых встреч.